Приветствую всех на канале. Сегодня у нас ремонт очередной. Вот такая чесалка, то есть спину надо почесать. Вот такая штука есть, замечательная вещь, полезная. Но сделана по-китайски, значит, и ручка сломалась. Но она практически не держится тут. Вот, тут видно разлом. Вот, надо выбрасывать. Нужна новая ручка. Можно сколхозить там, но это все, вся жизнь превращается в большой колхоз. Если так, надо выбросить бы новые, но новые опять придется такой же говноручкой китайской мысли, как говорится, тупой. Поэтому решил сделать нормальную ручку, вот, на 3D принтере. Давайте распечатаем. Вот, распечатал, очень красиво получилось, лучше, красивее, чем, как его... Китайская поделушка. Вот тут даже отверстие оставил для того, чтобы... Ну, тут есть вот этот крючок, может понадобиться. Вот, отверстие для того, чтобы зашурупить и чтобы не двигалось, не выскакивало. Вот у него все время было выскакивало. Китайцы никогда не могут сделать нормально все. Вот, говно выбрасываем и посмотрим, как получилось. Получилось великолепно, зашло глубоко. И ничего не будет. Ручка длиннее. И получилось лучше гораздо. Осталось только шуруп. Но тут шуруп, это не проблема найти. И все будет окей. Ну вот, зашурупил. И вот не вытащите нифига. Вот, ручка еще как бы лучше лежит в руке. Потому что здесь поверхность, она не гладкая, такая шероховатая. Такая опция в Куро есть. И чтобы красиво и удобно, ну и как бы гладко не скользило, такую поверхность сделал. Вот, поставил эту опцию. Ну все отлично, очень доволен, как бы 3D принтером и тем, что получается. Все, будем жить, будем радоваться. А всем спасибо за внимание, подписываемся на канал. Будет много чего интересного. Пока.